Всем привет! Добро пожаловать! Приключения Вито и Джо продолжается. Глава 5. Циркулярка. Ха, довольно интересно. Название. Да, что-то наше восхождение по привет, карьерной. Красавчик. Ух ты! Опа. Привет. Джо не дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Пока. Мадам ходит в нижнем белье. Это было нечто. И пальто. Это было нечто. Так. Надо бы и самого переодеться. Кожаная куртка, костюм и плащ. Что у нас еще есть? Ага, вот такой. Ладно, возьмем. Тикс. Звонить мы никому не можем. Так, ну тут вообще скучновато с утра. Делать-то нечего. Что это за журнал? А, они тут были, по-моему. Блин, что-то темно. О. Такс. Ну и как всегда. Пивка. Для рывка. Что там на улице вообще творится? Все так же. Снег. Ладно. Потопали. Так, что нам нужно сделать? Езжайте в бар. Ну, как всегда. Погнали. Тишина. Как ни странно. Дети плачут. А, стоп. Гараж, по-моему, в этой стороне. Твою мать, дура баба! Кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Это ладно, не девушка ли Джо? Ты мою машину разбила? Я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Ну ты мне за это заплатишь! Оставьте меня! Ты никуда не пойдешь, пока не заплатишь! Помогите! Кто-нибудь! Он псих! Эй, мужик, усохни. А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Ха-ха. Что давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати. Еще слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда. Я предупреждал. Итак, Вито против Бандюка. Раунд 1. Так. Ну лады, давай. Не. Не. Вито wins. Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? Пирожок. Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встречи. Хм. 50 баксов и достижение урок хороших манер. Так. Женщины, которые платят нам деньги. Что тут толпа собралась? Убийство. Сейчас копам звонить, что ли, будут? И умчалась вдаль. Красотка. Так. А, в принципе, почему бы нет? Как говорится, какая-то довольно интересная машинка. Тело лежит. Поехали. Что это вообще такое? Professional. Так, лады нам здесь показывают, куда бы заехать. Но перед этим, почему бы не заехать, допустим... А, здесь совсем рядом. Спросить на свалке. Как дела? Твою мать! Ой.
Погнали. Ой, ну что-то в повороты входит тяжело довольно. АК-639. А ты что тут стал? Закипел? Ух. А, так, стоп, здесь где-то поворот. Так, может быть, домой заехать, какие-то деньги отдать, не знаю. Поможет это или нет. Так, 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 где тут? А вот и мы. Спокойно. Так-с. Здрасте. Смотри, какие люди. Так, ты работу дай мне лучше. Прости, Вита, не до тебя. Давай в другой раз. Ну вот. Для тебя ничего нет, Вита. Зайди позже. Ладно, позже так позже. Эх, раздолбал бабуха. Разлетелась. К Дереку я, наверное, тоже не поеду. Сейчас глянем, что там за циркулярка. Пообщаемся. Оружие мне вроде как не надо. Пистолет неплохой. А там все остальное, как говорится, дело наживное. Найдем. Служивый с бабулей перепугал. Так. А вот и бар. По традиции уже, наверное, заезжаю с этой стороны. Да, это физический объект, вот, не упирается. А если намокнуть? Так, ну его нафиг. С чемоданом? Ладно. Такс. Что у нас здесь, товарищи? Привет, Ага. Сразу. Привет, парни. Хай. Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Лука. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш между собойчик с ирландцами. Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют? Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. Кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты
Ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. Хм. И сколько это? 5000 сносов. Это же охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Вот где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил? Да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Жить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Хм. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один журдяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Фатально? Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум, завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри. Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено. Просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, кореш. Удачи, кореш. Так. Дом напротив спиртзавода. Интересно. Так, все свалили. Ну что ж, пойдем за МГ. Такс. Здесь мило беседует. Так, тут надо тяпнуть на дорожку. Чего ты хочешь? Давай-ка, наверное, я не знаю. Ну, пивко тут хорошее вино. А, кофе. Давай кофе. Вот, держи. С коньячком. Все, валим отсюда. Удачи. Спасибо. Тикс. Товарищи, итак, куда там идти? Где этот Гарри? Где он вообще? Чё-то не могу найти. О, ё-моё. Ну ладно, прокатимся. Эй, барышня. Мне сейчас копов как раз не нужны. Да и жмуры на дороге не так-то приятно смотрятся. Diamond Motors. Стоп. Может быть, машину купить какую-то можно? Хм. Сейчас каких-то этих. Так, копы. Блин, ну какого хрен ты стал? А, тут еще один какой-то туннель. Просто гигантский. Что это вообще такое? Стоп, секунду. А что это такое? А, это с понтом вентиляция. Да. Или как это сказать? Гоняет воздух, в общем, в туннеле. Чтоб выхлопные газы здесь не скапливались.
Ну я фиг его знает, в общем. Вау! Ёперный! Машу кардебалет. Открыто достижение автопилот. Что-то тут... Ну да ладно. Автопилот. Так, автобус. А вот и я. Такс. Арминави. Чего? Military supplies. Ты как? Вита. Кафе. Это, кстати, вот надпись Вита. А, Виста, ёлки-палки. Виста. Вот откуда, блин, гады взяли. Название своей системы. Виста. Так. Что у тебя здесь? Какой-то хлам. Обгоревшая машина. А это что такое? Катафалк какой-то, или как это назвать, не знаю. Реально катафалк. Тут еще крестик сверху должен быть или спереди. Нет. Супермен! Машина для суперменов. Так, куда тут звонить? А. Что случилось? Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Ну, заходи. Ого! Стоп, секунду. А такой интересный довольно значок на карте. Автомат, а не просто какой-то пистолетик вот сраный. А здесь, я так понимаю, можно будет закупиться. Эй, дверь открой, блин. Кто здесь? Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Ладно, заходи. Ага, открыть дверь. Что-то я прослоупочил. Кнопка, электронные замки. 45-й год, мать вашу. Чего? Ну, да. Ха-ха! Минное поле. Не курить, не пить. Так, правила дома. War Dep. Так, FPS. Так, флаг висит. Это что за хрень? Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя. Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. А, вот что. Циркулярка. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? В Нормандии, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? И в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник! Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награда есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого, ну надо же, крест! Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но... Я лез через забор на обратном пути и, надо же, оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну, ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вита. Рад знакомству, Вита. Правда, рад. Если понадобится оружие... Ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Ха, удачи.
Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Так. Пулемет в ящик. Запас в машине во дворе. 2000 патронов. Бери, все оплачено. 2000 патронов? Да вы сдурели, блин. 4 ленты. Ёперный яд. Ну тут и склад, снаряды. Че это вообще такое? А, ну это для... Какая интересная. Либерти. Патроны. Просто валяется на полу. Как семечки в какой-то лавке. Так, а это что у нас здесь такое интересное? Противогазы даже. Экстра. Голдшот. Слушай, у тебя купить что-то можно? Куда это кинуть вообще? А, вот посмотрите. Эй, и патроны не забудь. Магнум. Дробовичок. Может, дробовик купить? Помповый. Испытаем удачу. Так, только два, да? Да нет, ничего не буду покупать, наверное. Или магнум купить. Так, 1600 у меня, да? Чуть мало, блин. Давай дробовик тогда. Я тебе точно скажу. Лучше Флеминга дробовика не найти. Других даже не держу. Так, а как патроны купить? Патронов много не бывает. Патронов так. Много не хватит, бывает. Хватит. Ну, ладно. Потащили это. Что это вообще такое? От какого-то дирижабля. Веселая у тебя тут конура. Тебе хочу сказать. Потопали. Он еле идет. Блин, тут пролезет. Ты так скоро станешь моим покупателем номер один. Лады, Гарри. Спасибо за циркулярку. А тут все открыто. Кто-то. И двери в этот катафалк. Как он тут проходит? Как-то проходит. Так, дверь закрыть. Хрен с два. Надо убить вот этого свидетеля. Ух ты! Так. И двери сами закрылись. Держайте, Генри и Джо. Видите машину осторожно. Ты что-нибудь видел? По-моему, нет. Арми Нави. Так, может к Дереку заехать? Пулемет есть. Ты чего? Лопату бросил. И свалил. Кыш. Или раздавить ее на свалке у этого. Че, я еду нормально, тихо, мирно, спокойно. Машина сама катится. Ну. Если вот так поставить. Нет, не катится. А чуть-чуть газку дать. Не, останавливается. Ладно, поехали. Куда-то вообще ехать? О, а, толстяк с того, с той стороны берега. Точнее, реки. День довольно... Вроде там вот какие-то тучки собираются. Здесь нормально. Так, главное копам не попасться и машину не угробить. Стоп, стоп, стоп. А отражение есть? Вот зеркало какое-то. Только с этой стороны почему-то. Так, гад такой. Начал перестраиваться. Так, а тут какой-то интересный район. Такой загородный поселок. Частные дома. Все дела. Там промышленно рабочая зона, а здесь так. Отдыхаем. Или тут. Вон какие-то трубы.
А, ёлки-палки, не вписался. Вау, тут офигенно, наверное. Ночью. Все это горит, светится. Почти приехали. Оу! Блин! Ух ты, негр за рулем, да? Значит, мы попали в бандитский квартал. Тут одни трудяги где-то живут. Да. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Да, вот местные поменялись, в каких-то шляпках теперь ходят. Район изменился. Трущобы, гетто... Ой, чуть не проехал. Газеты разлетелись. Трудяги. Так, а вот и мы. Ой, кто это там чинит что-то? Misery Lane. 2-3-3. Два часа спустя. Томпсон дрыхнет. Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клемента. Похоже, нас заметили. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Черные машины. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готов? Ладно, я готов. У них ладно. Пушки. Наш выход. У них пушки. Вон там, в толстяке. Ух ты, елки-палки. Чё? Ой, ё-моё. Так, пистолет. А у меня дробаш есть. Ух ты! Красавчик. Так. Мы глянем, что тут у нас. Так, журнальчик у нас. 11-е. Нашли. Так, а что у него там за пистолет был? Где он вообще? Воу-воу-воу-воу. Ребятки, бегу! Ладно, Вита, поплыли. Ну, ты здоров! Черт, ты стрелять вообще не умеешь. Живи, а то жердяй уйдет. Ты первый, Вита. Ты же у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Так, ребятки, все хорошо, а что-нибудь такое интересное у них есть? Какое-то оружие? Сплошные пистолеты. Ага, ясненько. Тут, я так понимаю, двери выбивать надо. Мы идем за тобой, жердяй. Поехали. Так. Обойди его. Давай, редиска. Куда он попал? Я захожу.
Это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Выпустите меня! Эй! Эй, помоги! Где он там? О, черт! Осторожно! Во-во-во-во-во! Какого... Блин, вот это неожиданно просто. А, красота какая! Оглох ты. Ладно, давай поглядим. Так, что-то я как не понял. То ли я взорвался. Я захожу. Прикрой, иди. Ладно, Вита, поплыли. Ну, готов. Ты троп живее, Вита. А то жердяй уйдет. Так, оружия у вас, я так понимаю, нет. Ты первый, Вита. Ты же у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Давайте. Мы идем за тобой, жердяй. Я захожу. Ладно, Вита, поехали. Кажется, этому жердяю по барабану. Готов. Так, нужно как-то с этой стороны. Откройте доброту дверь. Стреляй, как моя сестра. Готов. О, черт. Осторожно. Прикрой меня, Вита. Так, это... Что такое было? Ладно, Вита, поплыли. Всех, ой, ёлы-пал, все взрывается. Тебя в армии так научили? Никого? Готов. Мать твою. Так, что у нас здесь? Вита, мы идем или как? Давай, двигай. Так, десятая. Так, а тут дробаш был. А, патрон всего лишь. Я захожу. Ладно, Вита, поехали. О боже, о боже, нет. Готов. Готов. Всего лишь патроны. Дробовик у меня есть. Так, это мирный. Трудяга. Ладно. Готовы, гады. Давай. Здесь, кажется, ничего. Живее, мы на лифте поедем. Ну ладно, поехали. Ты что это творишь, а, Джо? На спиртзаводе. Клевую выпивку попробуй. Ты крышку не снял? На работе, да? Когда это ты стал ирландцем? Ирландцем? Это миссия просто... Развеселит любого. Столько... Воу. Со всех сторон. Вита, сделай что-нибудь! Ты у нас специалист! Стреляешь, как моя сестра! Ну, Питеру! Готов! Так, спокойно. На! Так, где тут Томпсон? Вот он. Живее! Свинка наверху! Свинка. Ой-ой-ой. Готов. Так, тут еще вот один есть. Горячий парень. Куда делся? Готов. Так, кажется, больше никого. Патроны.
А экипировочка у вас, ребят, неплохая. Ха-ха. Нашли его. Не убивай. Не надо. У меня жена. Не надо. Раньше надо было думать о жене. Я что-то сделаю. Только не убивай. Ради бога. Привет от Дона Климена. Все, все. Ах ты ж гнида позорная! Генри, ты в порядке? Куда ранил? Ни черта, я, блин, не в порядке. Он простыл мне ногу. Боже. Ого, да тут все в кровище. Мне надо к Эль Греко. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, терпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. Дон Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. Дон Мадонна, так, что тут сделать надо? Урод жирный. Чуть яйца мне не... Ага, что это у нас тут? И еще журнальчик, 12-я. Да ладно тебе, даже близко не попал. Так, еще автомат такой есть. Никого? Кто-то топает, слышу. Или это мы топаем? Давай, Вита, он же кровью истекает! Шевелись! Ты идешь там? Так, тут вроде тихо. Эй, осторожнее, больно же. Будешь ныть, дальше сам пешком пойдёшь. Стоп, а с лифтом-то что случилось? Ну и нехрен сразу обижаться. Лифту гайки. Я всего лишь кровью истекаю. Так, это вроде свои. Не надо. Мирные. Я не хочу умирать. Поехали, Вита. Адьямо. Чего ты ждешь, балбес? Ой, ёлки. Все гребаное заведение разваливается. А, тут никого нет. А, нет. Так. Гребаное заведение. Гребаный спиртзавод. Так, патроны я взял. Тут никого? Вроде нет. Где угодно могут быть. Черт возьми, я знал. 13-й. Знал, что не к добру. И вообще о чем, везунчик? О, быстрее, беда какая. Огонь распространяется. Вита, найди выход! Найти выход! Мать вашу, тут все горит! Чё-то рушится! Сюда! Ребятки, я нашел выход! Где вы там? А, все. Всего лишь нужно было найти выход. О, боже! Дайте угадаю, кто поведет. Так, зря ты взял билет у Муссолини. Так, езжайте. Эй, не смей так говорить, приятель. Сюда просто вроде, царапина. Да? Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Шшш, тебе нельзя. Ой, побереги силы. Машину ищут. Да? И что стало с тем парнем в кино? Помер. Так. Ты будешь уже моей бабушкой. За нами еще и погоня, три машины. Ну, копы, прощать. А, время. Здесь на время. Чтоб не истек кровью. Ну, держись. Еще снег повалил. От нас отстали, кажется. Штука что, быстрее не может? Черт возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эль Греко, мать твою. Какие-то копы? Странные. А ты вообще с машины вышел? О, обстреливают уже. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем. Эль Греко? Врач он. Ему баксы, он тебя что бы, это никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу. Не понимаю, чего в больницу-то не поехал?
Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да. Так что ребят вроде нас видят часто. Разбегайтесь, а народ! Вряд ли пригодится, Витер. На тебе все как на собаке заживает. Заживает. Ух ты! Операция «Перехват». А чё? Эй, Генри, ты не спишь? Не теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эльгрека через минуту. Я уже чую аромат сувани. Так, больницу проехали. Копы никак не отстанут. Вот уже начинают потихонечку отставать. Отлично. Нас потеряли из виду. Так, а это не та ли дорога, которой мы ехали, когда с вокзала он нас забирал? Что-то очень-очень похоже. Этот художник на вокзале, что ли, живет? А, вот. И копы как раз вовремя отстали. Вон тот дом, прямо перед ним. Да, вижу. Фу, вон тот. Приехали. Вы доктор Эль Греко? Нет. Художник, блин. Почему другу нужна помощь? Он истекает кровью. Спасибо, доктор. Иди, Генри. За нами должок. Несите его в дом. Эллода. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Эй, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да. Я тоже. Останусь с Генри. Зайди потом ко мне. Ладно. Две штуки баксов. Вы набрали денег на оплату отцовского долга. Отдайте их сестре. Так. Доктор. А что ты скажешь нам, доктор? По поводу... Что у тебя тут вообще интересно есть? Кажется, от нас отстали. Нас не разыскивают. Машину мы тут бросим. Ну ее нафиг. Эх, красота-то какая. Хайбрук. Так вот. Район называется. Так, что-нибудь интересное здесь есть? Да заехать, наверное, нужно к Дереку, точнее. Или отвезти деньги. Я через Дерека поеду. Вот так вот сделаем. Так. О, бабуля. Ай, ладно. Ладно, служил. Вылазь нахрен. Пожалуйста. Ого. Обрулил. Поехали. Вот такой вот кондиционер был в 45-м. Открытые двери. Ого. Ну это с горки, конечно. Так, вот такая миссия интересная. Ну столько фраз здесь разных, таких вот смешных и забавных было. Да он маньяк! Живым не берем! Как, кто маньяк? Понял. А, нас разыскивают? Ёлка. Или это из-за того, что я кого-то задавил? А ладно, ладно, копы, отстаньте. Но вам надо. Да блин, где вы взялись? Вот черти полосатые. Так, что-то тут по встрече как-то не особо интересно ехать. Еще и машина что-то вздыхает. Так, кажись, движок сдох. Эй, доедьте уже куда-нибудь. Не? Ладно, выходим.
Не бойтесь, я ее не разобью. Вы погибли. Так. Вот беда. Чертова клавиатура. О, вот так вот. Блин, сели батарейки. Ладно. Хрен с вами. Штрафов здесь нет никаких. Вон копы едут опять. А где они вообще? А, по туннелю какому-то тут гоняют. Что у нас тут? Так, главное, в лепешку не разбиться, а бляхам. Твою мать. Так, нам постоянно будут давать по 2000. Так, чтоб тут поинтересней. Вот это вроде неплохая. А ну вылезай. Какого? Блин, да что с этой клавиатурой? Так, ну лады, поехали сдавать квест и чинить клаву. Разбегайся. Ух ты. Секунду. И цвет приятный. Вот она. Снова я ее нашел. Так, тут вот катафалки или что это? С венками. Так, крышу сдуло. Погнали. Кстати, а вот это вот тут так стену и не починили. Что там за ней интересное такое? Ладно, пойдем отдадим. Такс, я уже забыл, где мы тут живем. А, вот скалета. Вито, привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ой, Вито, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вито? Ты ничего плохого не натворил, а? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вито, спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора, не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, обязательно. Хорошо? Береги себя, Вита. Минус 2000. Отправляйтесь домой. Так, что-то все пожелтело так. Ну ладно. Так, домой.
Поехали. А, так дом тут совсем рядом. Ай, ё-моё. Эй! Чего? Что с тобой? Так, что у нас теперь в гараже? Вот это вот лялечка. За 59 баксов можно починить. Вот это вот такси. И вот этот танк, непонятно, что он тут делает. Ну да, хрен с ним. Ну что ж, пойдем. Как всегда, тишина. Джо где-то шляется, хрен поймешь где. Дом, милый дом. Так, перекусить. И все, окей. Оп. Что он схватил так по-быстрому? А, всю колу выпил. Ясно. Давай сэндвич. Ну и сохранимся. И правда он. Открытое достижение. Глава 6. Хорошо проведенное время. Но это будет уже в следующей серии. Что это вообще такое? О, беда, тут вообще будет, не буду спойлерить, непонятно что. Хорошо, на этом я закончу. Вам всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи, всем пока-пока.